5 секретов 2021 года, которые приведут к хорошей и счастливой жизни. О, давайте я вам и это скажу. Ребята, стремитесь жить максимально роскошно в 2021 году. Стремитесь жить максимально энергично в 2021 году. Стремитесь как можно больше обучаться и читать. Это будет все приводить к успешному году. Ну и последнее. Стремитесь обязательно на протяжении года что-нибудь жевать. Элемент жевания будет приводить человека к тому, что у него будет появляться везение и материальное благополучие. Я об этом подробнее расскажу на своем семинаре, который называется «Программирование 2022 года», а не 21-го, спутал что-то. Итак, 5 секретов 2022 года, который будет. В общем-то, покупайте жвачки, каждый день жуете жвачки, не отказывайте себе в еде, и год будет очень успешным. Да. Дальше. Как питаться? Это спросили у Садгуру. Чтобы быть энергетичным весь день. Первое. Спать больше. На ночь съедать вареное яйцо, а утром сырое яйцо. Это проверено. Улучшается иммунитет, уменьшается вес. Очень хорошо пить чай, сделанный из рыльцев кукурузы на протяжении дня. Данный чай действительно устраняет токсины, убирает свободные радикалы, молодеешь, улучшается пищеварение, улучшается аппетит, иммунитет и так далее. Ну и, конечно же, пятое или четвертое, это меньше сладкого.